Первый мастер-класс по декоративно-прикладному искусству в рамках проекта «Субботнее рукоделие» был посвящен городецкой росписи. Мастер-класс проводила художник и педагог Марина Алексеевна Иванова. Под ее руководством участники проекта нарисовали древо жизни с пышными розанами и райскими птицами. Роспись ведется кистью без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Однако во время мастер-класса художница для простоты выполнения предложила сделать наброски карандашом. Также Марина Алексеевна сделала небольшой экскурс в истории других русских народных художественных промыслов, таких как хохлома, Полхов-Майданская и Пермогорская росписи. Их любители творческого досуга будут осваивать на следующих мастер-классах 16 и 30 сентября. А 9 и 23 сентября состоятся мастер-классы по ручной набойке, которые проведет специалист по народным промыслам, реконструктор Эльза Главина. Материалы для занятий предоставляются. Можно выбрать одну специализацию или посетить всю серию, присоединиться к группе на любом этапе обучения. Предварительная запись на мастер-классы обязательна. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.